Всем привет! Друзья, за нами находится супер-мега-крутой аквапарк. Один из самых лучших в мире. И там самая страшная горка! Да. Где ты не просто съезжаешь, а просто падаешь вниз по воде! Эй-эй-эй, только не урони сюда! Ну что, друзья, мы в этом сумасшедшем аквапарке. Здесь мега круто! И вот именно тут мы должны провести 3 соревнования. Кто выиграет, тот, собственно, и не поедет по этой супер крутой, самой мощной горке в мире. А тот, кто проиграет, летит с этой башни прямо по сей с акулами. Ну, представляете, это тот, кто проиграет. Нет, тому придется мимо акулы всех остальных. Смотри, посмотри же, кстати, вот акула. Вон он проигрывает. И вот скат. И вот еще скат. Тут масса хищников. Ну что, давайте, первая горка и первое соревнование. Пошли. Первое задание. Вы видите, что это такое? Это медузы и горгоны, которые тут смотрят. В общем, кто быстрее проедет, тот и выиграл. Ну что, все очень просто. Мы вместе по сигналу запускаемся по этим фиолетовым трубам. Их очень-очень много. Кто первый приедет, тот заработает 1 балл. Ого, прикольная штука. Ну что, я тяжелее. По-любому я первый приеду, потому что, ну знаешь, законы физики, они такие, оп. И только там не застрянь вообще. Застряну тут? Да, конечно. Ой-ой-ой, ну короче, сейчас посмотрим, кто будет первый и заработает 1 балл. Вот это да! Я первый сделал! Как это так? Я должен быть первый! Как это получилось? Я же тяжелее, я же нормально должен был быть! Как это так? Где-то, реально? Не знаю. В общем, 1 балл заработал Давид. Какие они страшные! Смотрите, это гидры! Гидры ужасные, мифические животные! И мы сейчас проедемся по этой горке. Кто выиграет? Я! Опять он! Он так в себе уверен! Ты видишь, как это опасно! Ну что, я должен победить! Для этой горки нам нужны вот такие вот коврики! Это как ковер-самолет. А, ты готов? Да! Поехали! Вон он впереди! Теперь он позади! Смотрите, он сзади! Вот это да! Вот это прикол! Впервые я выиграл! Супер!
Друзья, следующее испытание! Да! Это медуза Горгона. Знаете, кто это такая? Это не просто медуза, у нее вместо волос змеи! Это что означает? Это будет супер страшная горка, поэтому я выиграю по-любому! Я выиграю, я ничего не боюсь! Ну, посмотрим, посмотрим! Идем! Ну что, ты готов? Да! Набирай скорость! Сейчас, сейчас! Ну что, второй заработанный балл! Вот он! Этот маленький, легкий Давидий! Казалось бы, я должен был выиграть, особенно у медузы! Ну что, друзья, а я проиграл! Поэтому вот чуть-чуть охладиться вот в этой реке, и сразу надо туда идти! Может быть, вы напишите в комментариях, чтобы Давид понял, что не надо заставлять папу! Проиграл так проиграл! Ну все уже! Ладно, ладно, давайте, все, пошли с нами. Ну что, друзья, может быть, хватит? Все, ты же выиграл. 2-1 в пользу Давида, он победил. Я как будто бы отсюда съехал, и все. Да нет, ты должен пойти наверх и съехать. Слушай, ну если честно, уже дрожат коленки, зубы тоже дрожат. Может быть, все? Нет, иди уже туда вот, скатись, и все. Ай-яй-яй, ну что, если проиграл, надо все-таки идти. Пошли. Я предлагаю так, Давид, давай вот того, с глазами ужаса он едет, мою голову подставим ему, и в принципе, а я тебе шоколадку куплю и мороженое, может быть. Я не хочу ни мороженое, ни шоколадку, я хочу, чтобы ты сам пошел туда. Дети, не делайте так, если папа боится, лучше не заставляйте его, тут даже страшно заходить, смотрите, темнота. И все! Да, быстро, пока! Не зря тут темно, наверное, ничего не работает. Все в класс. Да, работает. Ну что, готов? Смотрите, что происходит. Пол падает, и ты сам обрушился сразу же в эту трубу. Может быть, не надо, может быть. Стоп сделай. Давай, я проиграл и все. Я не проиграл. Не надо. Давай. Дайди. Кошмар какой. Если честно, я не боюсь. Если честно, все. Да неправда вообще. Все, давай остановимся. Давай уже все. Я просто откажусь от всего этого. Капец. Я должен идти. Все, друзья, подписывайтесь на канал. Короче, если что, пока-пока. Вы видите? Это просто труба! Я надеюсь, тебе понравится хотя бы тут. Я бы туда вообще в жизни не пошел бы! Тут что? Вообще понравилось или нет, я бы вообще не пошел бы туда. Чё ты делаешь? О,
Вот это да, просто кошмар! Пол улетает! Он уходит из-под тебя! Я в шоке! Я в шоке! Земля! О, вот это круто! Хотя бы можно посидеть тут уже! Я сделал это! Круто вообще! Ну что, ребята? Вы просто обязаны поставить лайк вот прямо сейчас, да, если до сих пор не успели это сделать. Ну и, конечно, подпишитесь на канал, потому что именно тут мы делаем всякие прикольные штуки. Все это для вас. Давайте, пока-пока.